Привет, друзья! С вами Полина Патичелли. Я нахожусь в таком красивом месте среди цветущих маков и вспомнила песню, которая называется... Ну, она народная. На русском языке она называется «Где цветы?», на немецком «Загмиво», на английском тоже как называется. То есть она переведена на многие языки, это народная песня. И там такой текст: где цветы, дай мне ответ, где они остались, где цветы, дай мне ответ, где они растут, где цветы, дай мне ответ, девушки сорвали, и вот их нет, когда же все это поймут, когда же все поймут. А девушки, где, дай ответ, где они остались, где девушки, дай мне ответ, где теперь живут, девушки, где, дай ответ, вышли замуж, и вот их нет, когда же все это поймут, когда же все поймут. И там дальше, значит, где мужья, их дай ответ, ушли в солдаты, и вот их нет. Где солдаты, дай ответ, легли в могилы, их вот их нет. Где могилы, дай ответ, с цветами стали, и вот их нет. Когда же все это поймут, когда же все поймут. А красные маки, между прочим, это символ памяти об ушедших, потому что они похожи на кровь на поле боя. И мне кажется, этот текст, он настолько глубокий, если вдуматься, это про то, что ни одно явление, когда бы мы ни пытались его найти, удержать, как-то зафиксировать, сделать реальным, при детальном исследовании мы замечаем, что оно постоянно меняется, что это какие-то условия, которые сошлись и которые постоянно меняются, и ничто не является реально существующим и постоянным. Все находится в изменении. Вот я сегодня хотела надеть одно красное платье, которое купила, когда мне было 25 лет. Я его надела и удивилась, что оно на мне сидит совершенно иначе. Я уже, наверное, носить его больше не буду. Надела другое. И вот это про то, что где девушки, дай мне ответ, вышли замуж, их вот их нет. И вот и тело претерпевает изменения. Точно так же все наши мысли, наши внутренние какие-то процессы, наши мнения, наши позиции, все это со временем меняется, что-то быстрее, что-то медленнее. И когда мы пытаемся что-то ухватить, у нас это не получается. Мне кажется, песня вот об этом, о том, что все связано, о том, что все меняется. Вот, и для меня эта песня не что иное, как народная мудрость о том, что все явления взаимно возникают друг из друга. Это про взаимообусловленность всех явлений. Можно даже сказать, что это про буддийскую пустоту. И также это о непостоянстве, конечно же. О том, что когда бы мы ни пытались что-то удержать или поймать, оно постоянно меняется. Такова жизнь. Где цветы, дай мне ответ. Где они остались? Где цветы? Дай мне ответ, где они растут? Где цветы, дай мне ответ. Девушки сорвали, и вот их нет. Когда же все это поймут? Когда же все поймут? А девушки, где дай ответ? Где они остались? Где ушки, где дай ответ? Где теперь живут? Где ушки, где дай ответ? Вышли замуж, и вот их нет. Когда же все это поймут? Когда же все